Всем привет, уважаемые любители видеоигр, с вами Любопытный Геймер, и как видите, я таки добрался до одного из самых ожидаемых проектов лично для меня, августовских. Это дополнение «Бригморские ведьмы» для Dishonored. Итак, что у нас на повестке не дня, но может быть пара недель, завершение истории этой игры, потому что это последнее дополнение, которое, так скажем, подведет черту логическую под этой историей. Играть будем снова за Дауда, убийцу императрицы. Если кто не помнит, в первой части «Клинок Дануэла», а вы можете у нас на канале посмотреть прохождение полное этого дополнения. Так вот, в «Клинке Дануэла» мы тоже играли за Дауда. Он выяснял, в чем же причина таинственных событий, которые начали происходить сразу после выполнения им заказа на убийство императрицы и похищение королевской дочери. В результате выяснилось, что за всем этим стоит довольно странная фигура, некая Далила, которая в конечном счете оказалась ведьмой. Если вы помните прохождение оригинального Dishonored, была там такая старая ветошь, очень могущественная ведьма. Так вот, эти ведьмы, они будут еще покруче даже. И нам даже не довелось с ними столкнуться, но теперь пришло время добраться и до них, потому что Дауд решил докопаться до истины. Итак, приступим. Так, ну и я, конечно, останусь на сложности ветеран. До элиты мне, наверное, как до луны пешком, иначе это будет слишком много фейлов. О, какая тут есть ассасин-мастер. Но мы остановимся на ветеране. Какие автосохранения, дружище? Так, ага, мы снова возвращаемся в убежище Дауда. The black-eyed bastard knew that when my blade stilled the Empress's heart and delivered her daughter to the Lord Regent's men, everything would fall to pieces. He watched me do it anyway. And now the world's gone mad. Plague grinds the city down. Corruption rots. A mad killer roams the streets by night, seeking revenge. The overseers have stormed my hideout in the flooded district, and I'm in a strange duel with a mad witch named Dalila for the fate of the Empire. I'd say I was being punished, but I know that the world doesn't punish wicked people. We make our choices and take what comes, and the rest is void. I can't say I wasn't warned. The men are recovering well from the attack, but they don't understand the danger they're in. My mother warned me never to make an enemy of a witch. Опачки. Что это произошло? Это еще кто такой? You understand? I won't make this easy for you. Так. Да что ж такое? Так, держимся, но это нам снится. Ох, что ж тебя. Ё-моё. Где он? Он засранец. Ах ты. Has returned with the information you requested. He's waiting for you below. Фух. Вот ведь, блин, приснится же такое, как говорится. Так, регенство и престола наследие почитаем. Ну, как вы помните, я все записи читаю, так что терпите, если вам это не нравится. На случай политических потрясений предусмотрен ряд мер по обеспечению преемственности власти. Эти меры преследуют три цели. Первое – сведение к минимуму вероятности переворота. В правительстве нет заранее определенного человека, которому во времена кризиса было бы поручено облачиться в мантию регента. Вместо этого регент выбирается парламентским большинством. Это поможет избежать безвластия и помешает всякого рода заговорщикам. Предполагается, что законодательные органы обладают достаточной мудростью, чтобы видеть истинные намерения возможных узурпаторов. Второе. Обеспечение стабильности жизни подданных во время переходного периода. В эпоху междуцарствия, когда власть в империи принадлежит регенту, определенные категории законов и указов не могут быть изменены без одобрения парламентского большинства. Таким образом, в жизни народа не может быть резких потрясений, как во время правления регента, так и при воцарении на престоле законного наследника. Третье, и, пожалуй, самое важное – поиск достойного наследника. Чтобы избежать спешки и резких перемен, время регенства ничем не ограничено. История показывает, что торопливые решения приводили к большим страданиям и ужасным конфликтам. Когда достойный наследник будет найден и возведен на трон, все прочие чиновники и официальные лица должны склониться перед ним и оказать возможное содействие. Вот это вот яркий случай, когда красиво на бумаге, но уродливо в жизни. Грубые костяные поделки. Отрывок из дневника. Говорят, моя мать была ведьмой, но истина, как часто бывает, зависит от точки зрения и положения в обществе. Да, мать умело готовила яды из редких трав и рыбы-ежа, обитающие среди рифов Пандусии. Да, она силой или обманом вливала в людей зелья, что вызывали сильные галлюцинации. Да, в ее взгляде была сила, но это была ее собственная сила, а не дар чужого. Когда человек годами выживает в суровых условиях, а затем возвращается в стадо, которое мы называем цивилизованным обществом, он не может не внушать страх. Моя мать умела многое, но я не помню, чтобы ее умения выходили за рамки порошков, спрятанных ножей и ловких трюков. В сказках для детей говорится, что некоторые из тех, кто несет на себе знак черноглазого ублюдка, могут перелетать с крыши на крышу, словно воробьи. Другие повелевают армиями крыс или ядовитых мух. Смотрители правильно боятся нас. Правильно пугают простолюдинов, советуя по ночам не выходить из дома и держаться вместе. Но есть и другие проявление его воли. Те, кто служит мне, получают часть моих способностей. Подозреваю, товарки Далилы Копперспун точно так же получают часть ее силы. А еще есть те, кто умеет создавать руны и амулеты. В городе есть одна старуха, ее называют Старой Ветошью, которая делает резные фигурки из китовой кости. Она связывает их вместе и вливает в них силу бездны, пока они не начинают стонать, как агонизирующий больной. Я нашел несколько ее талисманов и, касаясь каждого из них, чувствовал, что крошечная часть меня отрывалась и перемещалась в нее. Что получила она? Долгую жизнь? Какую-то иную неведомую мне силу? Даже не представляю. Я знал 4 отмеченных знаком чужого, и я видел десятки тех, кто мечтал об этом знаке. Видел тех, кто ночами напролет стоял на затхлых прудах или валялся в кладбищенской пыли. Некоторые живьем потрошили животных и сжигали человеческую плоть, считая, что так они призовут бездну. Однажды я встретил умирающего, который много лет собирал руны и амулеты. Он истолок их в порошок и съел его, воображая, что получит магию амулетов. Его смерть была долгой и мучительной. Я знал женщину из Карнаки, которая скупала амулеты, ломала их на части, а потом собирала снова и продавала. Я купил один из ее оскверненных амулетов, который, как она сказала, заставит металл ломаться при соприкосновении с моей кожей. Она не соврала. Но каждый раз, когда это происходило, один из моих зубов чернел и выпадал. Лишившись третьего зуба, я отдал амулет одному из своих людей. Сейчас, глядя на его беззубую улыбку, я могу лишь догадываться, насколько покрыты чернотой его внутренности. Порой я спрашиваю себя, смог бы я внушать такой страх без этих даров? Называли бы меня Клинком Дануэла, произнося это прозвище почтительным шепотом на улицах и рынках, в высоких кабинетах и роскошных гостиных. Надеюсь, что да. Хоть это и не важно. Пока я ношу этот знак, я буду использовать любые возможности, чтобы прогнуть этот мир под себя. Это не так трудно. Куда труднее исправить однажды содеянное. Как вы можете догадаться, это отрывок как раз из дневника Дауда. Так, у нас здесь слиток. О, а вот оскверненные... Ага, оскверненные костяные амулеты. Оскверненные костяные амулеты — это особые усиленные костяные амулеты. Ищите их, как и обычные костяные амулеты, слушая их пение или используя взгляд бездны. Чтобы их надеть, выберите раздел журнала «Костяные амулеты». Сейчас посмотрим, что это за... Оскверненный амулет. Он, видимо, какой-то штраф накладывает. Примечательные порты. Отрывок из описания портовых городов империи. Поттерстит, Гристоль. Небольшой городок, который славится радушием жителей и дивным элем. Рекомендуем посетить в месяц ветра, когда проводится праздник флажков. Дануэлл, Гристоль. На описание столицы империи может уйти несколько томов. Если у вас есть деньги, в Дануэле вы познаете все радости мира, а в противном случае все мыслимые беды и несчастья. Если у вас нет связей в башне Дануэла среди знатных семейств, в городской страже или речном патруле, советуем заблаговременно обзавестись всеми надлежащими разрешениями, иначе портовые власти конфискуют ваш груз, выдумав какую-нибудь нелепую причину. Колкенни, Морли. Хотя начальник порта, скорее всего, проявит большой интерес к товарам, которые вы перевозите, сам по себе город довольно приятный. Обязательно загляните в таверну на скале, где подают лучшую баранью похлебку на свете. Яра, Тивия. Хотя здешний студеный воздух с непривычки обожжет ваши легкие, вы оцените любезность жителей и уют таверн, согретых искусно украшенными железными печами. Вместе с тем, будьте осторожны с едой. Северные угощения могут расстроить неподготовленный желудок. Богатые аристократы сидят в тавернах бок о бок с простыми крестьянами, запросто болтая и хлопая друг друга по спине. Понять мировоззрение людей, выросших в этих суровых местах, непросто, но если вы найдете здесь друга, это будет дружба на всю жизнь. Кулера. Серконос. В теплые месяцы здесь очень людно. Вы увидите едва одетых местных жителей и приезжих, чья кожа, скорее всего, окажется красной от солнца, которое по неведомым причинам в Серконосе кажется больше и светит ярче. Еда в Куллере служит великолепным образцом серконской кухни, а вокруг постоянно звучит музыка и танцуют веселые люди. Скрученные вручную сигары, которые продаются здесь, отличаются восхитительным ароматом, о котором в других частях империи можно только мечтать. Карнака, Серконос. Жемчужина юга и край вселенной. Благодаря воле переселенцев из Морли и интересу крупных торговых компаний из Дануэла в городе полно фабрик и заводов. В Карнаке постоянно рождаются новые идеи, оригинальные музыкальные течения, головокружительные теории натурфилософии и даже экстравагантные блюда, сочетающие ингредиенты из самых разных культур. Жители Карнаки честным трудом зарабатывают свой хлеб и всегда радушно принимают благородных гостей. Так, еще прочитали. Отлично. Посмотрим, что же у нас за амулеты. Так, поговорить с Томасом, чтобы получить инструкции. Да, надо отомстить, конечно, надо отомстить, черт возьми. Так, у нас... у нас нет рун. У нас все у нас на нуле. Опять все сбросилось. Как же так? Ладно, амулеты. Ага. А, амулетов, глядите-ка. Могучий замах. Плюсы. Удары клинком наносят больше урона. Минусы. Вы медленнее орудуете клинком. То есть я медленнее, но бью сильнее. Так, сердце. Так, немного маны больше. Так. А, это при... Понятно. Это когда столкновение клинков идет, кто кого пересилит. Понятно. Во, вот это вот надо. Возьмем немножко маны побольше. Так. Не знаю даже. Ну, давайте так. Слышу еще один амулет где-то. Находится неподалеку. Возродим Дануэлла. Отрывок из листовки, выпущенный в связи с чумой. Дануэлл, средоточие власти над всем цивилизованным миром, столица империи, великий город, которым мы все гордимся, и какие-то жалкие грызуны поставили его на грань гибели. Посмотрим правде в глаза. Наш славный город превращается в руины, единственными пригодными для жизни домами остаются поместья тех, кто достаточно богат, чтобы отгородиться от этой суровой реальности. Но город умирает. Если в нем останутся только знатные толстосумы и их жалкие лизоблюды, умрет. Даже если чума завтра исчезнет, в Дануэле не найдется достаточно взрослых, здоровых и трудолюбивых людей, чтобы восстановить нормальную жизнь. Мы должны привлечь в город новых жителей, а для этого необходимо развеять пелену страха, которую окутали город нынешней власти. Друзья мои, лорд-регент и его прихлебатели вредят городу. Ответственность ложится на нас. Мы должны одолеть чуму и тирана, а затем мы сотворим третье чудо. Закрутим гайки для богатеев и заставим их отдать долг народу, которому они обязаны всем. Да, таскать камни и доски будут бедняки, но именно богатые будут оплачивать восстановление Дануэлла. Все эти меры необходимы, чтобы вновь запустить заглохшую машину коммерции, иначе все мы погибнем, а величайший город нашей эпохи превратится в руины. А, даже не могу сказать, что... Этот неизвестный кто-то не прав. Томас. Где? Ага, куку. Руна. Ага, наш арбалетик. Так. А, нам сразу восстановили... А, ну не все, конечно, но... Смотрите, 6 дали. Так. Тайные узы. Тайные узы — это ерунда. Блин, перенос дорогой. Так, проворство обязательно возьмем. Так. Нужно рун 3. Давайте сразу возьмем. А, нет, стоп. Это что такое? Да. И... да. Это мне всегда нравилось. И... Да и бог с ним, оставим одну руночку. Покопим. Батюшки. Смола гальвани. Ладно. Во, бесшумные ботинки. Обалдеть, я мечтал об этом улучшении. Метафизическая мистерия. Отрывок из запрещенного труда об оккультных ритуалах. Говорят, нам не следует осквернять себя и иметь дело с силами бездны. Братья считают мои опыты еретическими, но мне удалось достичь поразительных результатов. Я могу подчинить те же силы, что доступны чужому его проклятым приспешникам, сохраняя при этом чистоту и непорочность. В этом сочинении я пишу открытый мной двойной метод опосредования, поскольку не праведные силы чужого используют живую плоть как проводник, мы можем избежать скверны, используя плоть других. Сдерживание. Строя каналы и барьеры, мы можем заполучить энергию бездны в чистом виде без посредства чужого, так что он не сможет ее запятнать. Понятно. Ребята, все. Мечтают, мечтают. Блин, сколько тут книг. Давайте поговорим. С кем? Да, с тобой. I found Lizzie Stride. Getting her to lend us her boat will be a bit complicated, however. She's in Coldridge. From what I hear, they've got enough on her to hold her for about 1,000 years. Coldridge. We can use this. We'll get her out. And Stride will have to pay back the favor. We'll have our transport. Ready to leave, sir? Or should I wait? Подожди пока. Конечно, подожди. Ведь у нас здесь еще есть одна руна. Дневник Томаса. Так, это важно. Поэтому вот эту еще прочитаем запись. Наши беды начались, когда мы впервые узнали о Далиле. О ней Дауду сказал тот, чье лицо он видит во сне, чей голос слышит, стоя на коленях в святилищах, расположенных в разных частях города. Никто из нас не слышал этого голоса, но мы знаем его силу. Он говорит с нашим господином, предрекает грядущий конец и говорит, что единственный способ избежать печального финала — решить эту загадку. Мы ничего не знали о Далиле, кроме того, что есть китобойное судно с таким названием. Связь призрачная, но там, где замешан чужой, совпадений быть не может. Оказалось, корабль был назван в честь женщины, которая когда-то жила в башне Дануолла вместе с Джессаминой Колдуин. Позднее она стала художницей, ученицей самого Соколова, а потом нашла влиятельного покровителя в лице Арнольда Тимша. Мы встретились с племянницей Тимша, которая пообещала рассказать нам о Далиле, если мы убьем ее дядю. Устранение аристократов — наш конек, поэтому господин согласился. Когда с поверенным Тимшем было покончено, его племянница рассказала все, что знала. Далила была не просто художницей, а в старом особняке Бригмор за городом у нее было убежище. Но мы опоздали. Далила нанесла упреждающий удар. Уже давно она опутывала своими порочными сетями Билли Лёрк, одну из лучших среди нас. Далила настроила Лерк против нас, и вместе они выдали смотрителям наши тайны, включая расположение нашего убежища. Когда мы вернулись в затопленный квартал, нас окружили золотые маски и их псы. Но Дауд знает свое дело. Мы выстояли, пусть и дорогой ценой. Но все же удар был болезненным. Некоторые ассасины начали роптать. По лицу Дауда я видел, что ему тяжело. Убить императрицу. Передать ее дочь смутьянам. Такое непросто пережить. Да и предательство Лерк сильно на него повлияло. Во сне он часто кричит и проклинает кого-то. Теперь мы готовимся поквитаться с Далилой. Затаившись в Бригморе, она что-то замышляет. Что-то, что повлияет на судьбу империи. И она знает, что мы придем. Как и наш господин, она делится дарами, полученными от чужого, со своими последователями. Интересно, сколько их? У меня нет секретов от господина. Я предан ему телом и душой, но я боюсь, что наступают последние дни китобоев, последние дни Дауда. Печально. Так, но мы с вами будем хитрее. Скорее всего, эта серия получится такая. Не шибко движущная. Да, все, блин, позитивно. Так, что там пишут про главу охранной службы? Это, наверное, про Корва. Считается, что королевская тайная служба возникла вместе с самой империей. Поначалу простые люди просто не знали о существовании тайной службы. Лишь после моралийского мятежа, в подавлении которого тайная служба сыграла огромную роль, это название прозвучало публично. Первоначально должность главы королевской тайной службы занимали избранные адмиралтейством офицеры флота или городской стражи. В последние годы сложилась иная практика. Уходивший в отставку глава тайной службы предлагал на свое место одного из своих подчиненных. Таким образом сохранялась преемственность работы тайной службы. А это весьма важно, поскольку многие тайные операции длятся годами, а все важные сведения передаются из уст в уста. С тех пор королевскую тайную службу не раз обвиняли в том, что она проводит операции, о которых не подозревают даже император или императрица. Недостаток контроля нередко обсуждается на заседаниях парламента, хотя каждый глава тайной службы утверждает, что для быстрой и действенной работы в его службе не должно быть бюрократических или юридических проволочек. Не особо интересно. He's not the man he was. Dowd. Ever vigilant, I see. Are we leaving soon to Brigmore? Interesting times, gentlemen. Overseers in the flooded district. Witches abroad in the city. Traitors in the ranks. I'd be nervous too. Then I'd remember who killed the Empress in Dunwall Tower. And came out untouched. Застроил и разогнал. Намекнул, что... Знаете свое место. Уж больно они сплетничать что-то как-то принялись. Так, а где у нас руна-то? Ага. А вот и руна. Собственно, мы тут побегать даже и не сможем особо. Ну да и ладно. Что у нас тут? After Corvo's escape, it's going to be more difficult to break into Coldridge. They've installed arc pylons, and they're blaring overseer music over the loudspeakers. Our talents will be suppressed until we get inside. I have other talents. Так, посмотрим, что у нас здесь умение. Так, две руны. Я могу что-нибудь... замутить, так скажем. А, да ладно. Пусть копится. Я вроде такого ничего особенного не использую. Ассасинов не призываю. Так, я, знаете, что подумал? Мы сделаем все-таки эту первую серию такой вступительной. То есть даже не серия будет, а просто введение. То есть для тех, кто все-таки хочет знать историю этой вселенной, историю мира, сюжет более полно раскрыть. А все остальное действие будет уже происходить после. Поэтому я сейчас все-таки прочитаю эти книжки. Остров Серконоса. Серконос, истинная жемчужина юга, славится теплыми ветрами, острыми приправами и огромными песчаными берегами. Путешественники с других островов стекаются в город Кулера, а знатные люди всей империи предпочитают Карнаку, город, расположенный на самом южном краю известного мира. Считается, что одного месяца, проведенного под теплым солнцем в какой-нибудь гостеприимной деревушке, достаточно, чтобы исцелить почти все болезни. Путешественники привозят с юга новые рецепты и любовь к ярким нарядам, а танцы, которым жители Серконоса обучаются с малолетства, славятся в Дануоле и по всему Гристолю своей чувственностью. Танцы эти охотно перенимают знатные люди. Единственная опасность, угрожающая Серконосу, происходит от узкой полоски островов, протянувшейся на востоке. Этот архипелаг веками служил надежным укрытием для морских разбойников. В последнее время пираты все чаще нападают на китобойные суда, которые идут домой с грузом в Орване. И вот у нас что еще? Китобои. Отрывок из статьи об организованной преступности. Господин преклонного возраста утверждает, что его брата похитили так называемые китобои, печально известная банда, которой руководит некто Дауд. По словам Питера Мансфельда, его брат Рейдов гордился участием в Союзе ответственных граждан, учрежденном главой Королевской тайной службы. Рейдов не видел стыда в том, чтобы сообщать о подозрительных делах конкурентов. Возможно, это и навлекло на него беду. Вечером шестого дня месяца тепла Рейдов ворвался в дом Питера. Он был белым, как мел, и дрожал от страха. Задыхаясь, он сообщил брату, что за ним гонятся бандиты в кожаных костюмах и дыхательных масках, похожих на те, которыми пользуются рабочие на жировардях. Питер предложил брату поужинать и глубокой ночью распрощался с ним и отправил домой. Больше Рейдофа никто не видел. Да, я больше чем уверен, что он его сам и грохнул. А может и не сам, да, вот вполне мог. Ладно, давайте на этом прервемся и уже основное действие перенесем на вторую серию, или можете называть ее первой, а это пусть будет введение. Итак, прощаюсь с вами, ждите следующей части, ставьте лайки, ждите продолжения. Это был любопытный геймер, до связи.